Dobrý. Ale já nemám. Já nemám. Tak díky. Já vynáším. Já vám. Hala. Spudek. A piky. No, já nezále. Na, tady. Konec. Já jsem Schwartz. Duší? Tak dobře teda. Tady Filek. Hele. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы сегодня видели заставку игры Пилигримы. Да, я хочу представить вашему вниманию сегодня новую игру. Игрушка прикольная, это такая юмористическая приключенческая игра, в которой у нас есть вот карточки, в которой у нас есть куча различных достижений. Да, и все действия осуществляются выбором карточек. У нас есть различные персонажи. Игра проходит 7 минут за 30-40. Ну, у нас есть многократное прохождение. В зависимости от того, что мы с вами выберем. То есть, да, видите, у нас здесь. Давайте смотреть. Да, вот наша карта. Мы здесь. И мы с вами здесь путешествуем. Найди мне птичку. Я тебя переведу на лодке. Понятно. Так, давайте к костру сходим. Так. Колганок забрали, да? Что-то еще можем сделать? Вроде как нет. Так, а давайте сюда дойдем. Топор. Цветочки, бабочки. То есть, да, видите, мы с вами собираем какие-то карточки. Возможно, мы как-то их можем потом использовать. О! Желудь. Давайте. Так. Это, видимо, я ему... Держи желудь. Пойдет? Так, а что у нас такое здесь? А, здесь достижение это продолжить. Понятно. Так. А запройти мы пока не можем, на самом деле. А, ну давайте... Так. Да, мы можем с вами так сделать. Нет. Ну и давайте заберем колганок. А, ну слушайте, давайте пороем вот здесь вот. Мы же можем скопать поле. Так, картошка. Отлично, а теперь надо давайте здесь. А, может нам вода нужна еще? Давайте попробуем. Да, вода нужна. Тогда давайте на берег. Наберем водички. Да, и так, нормально. Да, это да, мы договорились. Да, хорошо. Отличненько. Ну, такая она, типа, с квеста выставляющая, с небольшой. Так, и теперь пойдемте варить картошечку. Так. И закинем картофель. Супер. А теперь отправимся к нашему мужичку. Пока у нас пока все линейно, но вроде как
У нас там не должно быть все линейно. Да, 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 да. Держи, дружище. Все. Я долги отдал свои. Да. Спасибо за ведерко. Бутылку ему надо. Спасибо, что стал. Так, за бутылку он нам даст пистолет. Ага, это мы с вами то, что мы... Ой, это, видимо, это все достижения наши, то, что мы с вами должны будем сделать. Ух ты же. Ничего себе у нас тут с вами. Давайте поговорим с бабулей. Монетку. Блин, монетки нет, могу дать желудь. Не? Не, желудь не пойдет. Окей, так, давайте сходим сюда. Так. Давайте подарим мне. А желудь не хочешь? Давай колганок дадим тебе. Держи ведро. Так. Но мы больше ничего не поможем, да? Пока, видимо, да. Давайте сходим к этому человечку. Так, что случилось? Давайте мы желудим. Так, а если мы зарядим? А еще нюхнуть тебе дадим? Блин, надо чем-то доставать будет. Понятно. А у нас как-то, видите, здесь карта такая. Мы вообще везде можем ходить, что ли? Или только... Нет, видимо, наверное, по тем местам где-то нас отмечены они. Так. Чё, хотим? Нюхни. А желудь? Желудь не пойдет? Нет, тоже нет пока. Так, давайте да вот сюда. Опаньки. И пузырик. Дай пузырик. Рыбу. А чтобы рыбу надо... А желудь возьмешь? Так, не, ага, за рыбку. А, опа, погодите. А, за кружку можно заплатить рублем. Да, ставите беленькое. Вот желтенькое где? А, да, сюда можем? О, да, к озеру можем. А, ну чтобы к озеру нам надо рыба. Давайте. Воду. Смешать никак не можем. Но рыбу, чтобы поймать, надо удочку оттуда сверху достать. Веревка, мухомор. Можем приготовить мухомор. Давайте пробуем. А можем еще? Не знаю, зачем нам. Варево с мухомором. У нас еще Миша там, он, по-моему, в берлоге есть.
О, червячок, смотрите. Да, сила. А чё? Давайте веревку пробуем. Нет. Так, давайте к медведю зайдем. А к медведю не можем сходить, смотрите. Сюда пока тоже не можем. Не, к нему пока рано. Давайте к бабушке сходим, отдадим ей рубль. Да, держи. Держи. Мама, погадали. Ура! Яху! Во, отлично, подаяние мы дали с вами, и у нас теперь бабушка появилась, которая... Ой. Все, супер, у нас теперь два персонажа. Один из персонажей уйдет вот сюда. О, шеф-повар, отлично. Мы ей дали. Что мы там получили? Какое-то еще достижение, еще достижение. Ответочка. А, забыть водички надо. Для этого надо воды набрать. А, сейчас. Давайте воды наберем. Вот сюда пойдем к женщине опять к этой. Бутылку ему, бутылку за рыбку. За рыбку надо, там у челика сходить. Да, здесь понятно. Давайте нам набрать. Я пока рыбку не видел. А что у нас умеет отдыхать, ходить? Разговаривать и... Чё, нифига? Так, всё, давайте мы сейчас опять вернёмся сюда. Отлупим её. Держи. Так, давайте помотаем. Бум. Ай-яй-яй-яй. Отлично. А, дома лучше. О, птичка. Блин, улетела птичка. Так, хорошо. Чем там за карту открыли? А, бабушка у нас, да? Ага. Так, давайте сюда сходим. Мне кажется, удочку сможем и... Так. Погодите, я думал, мы сможем достать. Я надо его развеселить. Подождите, а если мы ему дадим вот это? Не, мы тоже на себя используем.
Так. А если метелка? Нет. А червячка, если? Вот, отлично. Супер, и сейчас попинаем ведерко. Супер, развеселили человечка. Смешной чувак. Дашь удочку? За рубль, да? Держи рубль, ой. Да не-не-не, немножко. Держи рубль. Спасибо. А меч надо большой мешочек. Так, и давай теперь на озеро отправимся. Словим рыбу. Рыбу единственное пожарить, не знаю только как на чем. Мы подумаем. Так. Так. Оп. Хорош. Так. Единственное, куда, блин, птица эта прилетела? О, кстати, смотрите, гриб еще раз. А, единственное, наверное, до воды, наверное, да, будет 5 набрать. Да. Поэтому давайте двинем вот к этой женщине опять. А где же, блин, птичка улетела, морда? Так. Так, водичку набрали. И теперь нам надо вот на костерочек сходить. Так. Так. И рыбку. Огонь. Всего, и давайте теперь к тому чуваку сходим. А тому дадим бутылку, он нам даст пистолет. А зачем нам пистолет, пока непонятно, да? Монеточку у нас 5. Да, держи. Пузырь, гони. Хорош. И рубль, ну держи рубль тебе. Да, налить нам пивка, пожалуйста. А, мы выпиваем его, да? А чё у нас поп нам, чё нам говорит? А чё тебе дать? Метёлка? Может, тебя... Метёлочка, если мы его грянем. Так. Ну, коморчик будешь? А, подождите, а мы можно ему с подношения дать, держи. Держи. Не? Бессовестно, а? Здесь пока непонятно, что надо сделать, да? Так, ну тогда... А, зачем надо сюда? Нет, нам надо сюда, на самом деле. Пузырь надо дать. Да, 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 пузырь, держи. Держи, дружище. Все, гони пистоль. Держи.
Да, мы друзья, да. 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 Супер. У нас есть пистоль, и теперь этот челик. Челик может стрелять, смерть и бутылка. Так. Он нам нужен, чтобы опустить, на самом деле, вот здесь мостик. Как там еще надо где-то сачок или что найти, как там птичку поймать? Сейчас я птичку заберем. Хорош. Молодец. Так, давайте вот так. Все-таки надо поговорить. А. Дракон. Принцесса у нас. Опа, дракон появился. Так, Миша, можем сходить, нет? Меч нужен, чтобы меч нужны деньги. Да ладно. Так, давайте пропустим. Все, я понял. Так, как там надо теперь меч? А, я знаю как. Мне кажется. Кстати, еще надо будет папу зайти потом тоже. А вот как птичку? Птичку, может быть, поймать? Я дюкар! А не меч. Блин, мешочек денег. Так. Цветочек получили, мы отлично. Цветочек. Блин, а где птицу искать? Что птица улетела? Надо нечего суваться, пока меча нет. Короче, я понял, нам надо, скорее всего, еще одну рыбу поймать, набрать водички, чтобы он нас вдохнул, и нам было пофиг, как мне кажется. Так, сейчас. Так. Сейчас водички давайте пробуем брать сразу. Так. Сейчас приготовим. Пузырь к нам пригодится. Монеток бы, конечно, монеток мало. Единственное, что давайте сюда зайдем, птичку поищем, на самом деле. Как птичка делась наша.
Прям интересно мне. А что мы там здесь еще делать будет интересно? Типа отдыхать? Понятно. Так. Что-то так не понял, куда птичка делала. Подождите, а если сюда нет, нельзя не сходить больше. А, можно, так сказать. Понял? Ну, давайте пробуем, сходим. Бутылочку еще раз возьмем. Держим. Да, держи бутылочку, рыбку. Спасибо. А если мы это поставим? Давай пиво. Держи монету. Давай нам, давай пивку. Так. Так, давайте дальше. Что у нас здесь может быть еще? Давайте попробуем, кстати, сходить к попу с этим. Так, и теперь вот так. Погоди, тихо. Где наш пистоль? Не, не вышел. Так. О, к Мише можем сходить теперь, нормально. Давайте к Мише сходим. Опа, жучок, еще один этот. Давайте забьем. А если у меня тебе пистоль? Ну не обижайся, Миша. Зайдем сейчас к Мише. О, алмазик добыли. Так. О, две. А, и все, и смотрите. А, нет. Подожди, а если это? Эбим. Миши-то больше нету. Так, а может мы сюда можем? А, мы сюда сейчас, смотрите, можем походить. Прикольно. Это прикольненько. Так. Ну, что у нас тут? Брюлик можем кинуть? О, веревка ему нужна. Есть такое добро. Держи. Забавно. О, священника, смотрите. Да, давай. Слушай, ну, мы дружи.
У нас теперь появился еще один друже. Мой друг бес, смотрите, прикольно. Так, пойдемте к священнику. Все понятно. Так, а мы с священником, по-моему, не помню, разговаривали, нет? Разговаривали. Так, а чё? А не хнуть если? Так, маме туда давай сюда. А, может, мы зайти можем, нет? Не можем. Да не могу, не пойму тогда Блин. Давайте пробуем так. А теперь так. О, отлично. Вмазали. А теперь, если мы его свяжем. Или мы что-то должны. Ну-ка. Ну что-то, подождите. А, мы ничего больше можем делать, да? Я тебе думал, может, сигнал замести. Так, что, надо священника же обратно вернуть, да? Так. О, птичка. Или мы опять её не поймаем? Не поймали. Ну мы типа там еще сейчас на шаг, наверное, давлю, да? Да, уже еще шаг нам остался с вами. Так. Так, а чё, всё или... Это ведь грязное дело! О, твоя душа принадлежит мне. Забавно. Еще одно достижение, кто открыли. Прикольно. Так. О, смотрите, у нас поменялся этот, кстати. Так, а чё, а если... Хотя я бы думал, у нас червячки есть, а чё если что-нибудь ещё попробовать? А чё если чем-нибудь ещё озеро попробовать? Давайте сходим на озеро, попробуем чем-нибудь ещё. А что если пробовать, да, что-нибудь другое насадить? Рыбка, это хорошо. Мержёлудь. Что поймаем? Поймаем, нет? О, что-то ловится, смотрите. О.
Ну-ка, если мухомор. Ой, мухомор. А если бутылку? Подожди, если бутылку. Нормально. О, блин, слушай, достижение столько что получили. Так, а на этом унюхнем, да? А если джемчик ему кинем? Все. А если так? Так. А что у нас может быть? Давайте воды наберем на всякий случай. Вода. Кстати, а мы мухомор собирали. А где мы мухомор собирали? Я что-то не помню. А вот. А что если самим мухомор съесть эту варево, интересно? Первых хотел тело, что делать? Тело так сделать. На тест. Маршмеллоу поджарить. Еще у меня... Да, смотри, достижение тоже получили. Червячок. Сосиска. И что, если сделать отвар и выпить самому этот отвар? Мы же можем выпить его тоже? Давайте попробуем. Что будет? Выдохнул и выпил. Прикольно. Прикольно. Безумный бег. Смотрите, да, достижение еще было. Так, а что у нас еще есть? Пока больше, наверное. Так, нам что-то надо сделать с этим. Где-то монеты этим. Ну, пока нет смысла. Давай пиво нам. Дай нам пивка попить еще. А что если, кстати, еще выпить, интересно? О, икота, а что за икота? Такое интересно. Еще бахнем. Может, можно, интересно, нажраться в мат? Так. Что-то, да, раз музыка замедляется, значит, можем, давайте его накачаем. По-моему, сейчас мы того самого. Под мухой. Забираем. Прикольно. Так, слушайте, да, блин, а что ж нам делать-то, кстати? Нам мешок денег нужен. Мешок денег можно взять в королевстве, как вариант, конечно. Может быть, попросить у них. Давайте идем потестим. Что им можем предложить? Можем предложить им, может быть, алмаз предложить? Ну-ка. Монеты, думаю, их не интересует. Давайте, этого поняли. Ну-ка. О, да, берет, смотрите. А что, дашь на что-нибудь взамен? А, смотрите, это у него с короной, что ли, типа? Ничего себе. А, о, нам мешок денег дали взамен, супер. Огонь. Ну во, все, мы сейчас с вами открывали этого. Че себе тут открываем чуть-чуть. Так, давайте, да, пойдем.
Так, монетки, надо меч, нам нужен меч. Так. Так, давайте так. Да, да, мы помним. Держи. Дорогая сделка, да. Так, все, с этим мы справились, с Мишей справились, Миша больше не влазит, здесь мы сделали. А слушайте, ну, пошлите дракону. Интересно, а как мы ему там голову отрубать будем? Так, давайте на него. Все-таки тут сила нужна. Ничего себе, ты какой дерзкий. Давай сундук золота с принцессой в это. Подождите, не работает. Ну-ка, удочку можно вот купить? Ну-ка. О, хорош, смотрите. Отлично. Так, и теперь нам надо... А что нам надо? А мы мою голову... Опа. Ну нет, он не дает. А, усыпить. Подождите, а если этим? А этим? Тоже нет. Блин, давайте мы пистолетом пробуем его обстрелить. Бух. О, все, видимо, да? Вырубили. Супер. Нокаут. Ну, давайте ему бушку рубить. Хорош. Старса у нас есть. Так, понесли голову к королю с королевой. Надеюсь, мы птички сейчас приблизимся уже, да? Так, давайте заходить. А, так. Так добре тарики пшера. Все. Так сам крал. Ты же свой краловна. Да здравствует, король. Так, а давай зайдем. Можем зайти? Птичка. Птичка, птичка, невеличка. Да, весь корона и этот как раз. Пойдем, пойдем ко мне. О, все, хорош, птичку взяли. Папа. Супер. А что у нас он все, я так понимаю, да? Или... Давайте зайдем. Может быть, что-то мы можем еще сделать? Может, нам что-нибудь он даст? Убирается. Ну, в порядок, нормально. Я думал, что может что-то мы взять сможем. Горы, вообще просто. Так, ну мы взяли птичку, давайте переправляться на тот берег. Так. Так, да, давайте. Держи птичку, пожалуйста.
Счастливы вы соединения. Дикие. А, на этом все? О, слушайте, прикольно. Получили мы еще достижение одно. Да? С вами. Счастливого соединения получается. Слушайте, ух, ну мы много не получили достижений. Ничего себе. Смотрите, играть заново. Можно было получить сундук. Можно было не убивать дракона, видимо. Сказать, что, ребят, дайте нам, да. Ну, в принципе, я думаю, что, наверное, заново так пропустим. Я не буду уже играть. Сейчас мы проснемся. Что, дорогие друзья, вот такая игра. Мне кажется, вообще прикольная штука. При условии, что мы еще с вами достижения открыли, то вообще смотрите. Пипец, половину, дай бог, открыли. Ну да, не, ну больше, значит, половины. Еще дофигища. Ну, кстати говоря, можно было попить еще этим попить, другому нашим попить. Может быть, беса можно было прийти туда. На самом деле, что с беса было бы возможно. Как вариант. Ну, короче, есть еще, что брюлик можно было тоже пробовать загнать вместо меча, как вариант, да. Мухомора можно было пробовать еще кого-то напоить. Кстати, отвара можно было, кстати, кого-то напоить тоже, как вариант. Который вот этот вот. Я так не понял просто, да, для чего он. Слушайте, ну круто, круто. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покупайте игру. Игра сейчас стоит, по-моему, рублей 80 или 90 всего, что ли. Реально, ну как бы не очень дорого, но она реально очень крутая. Она нарисована вручную, все вообще очень круто сделано. Поэтому до новых встреч, нового видео, ребят. Пока-пока.